Сыктывкаре прошел бал победы. В праздничном танцевальном вечере в Сыктывкарском государственном университете имени Петерима Сорокина приняли участие представители профессиональных образовательных организаций. Около 70 пар закружились под звуки вальса. Этот бал – прекрасная возможность показать культуру общения, умение грациозно и пластично двигаться в танце. Организаторы надеются, что возрождение эстетики бальной культуры найдет отклик в сердцах молодежи. Бал почтил вниманием епископ Сыктывкарский Воркутинский Петерим, который поздравил всех с осенним праздником и прочитал свои стихи про золотую осень. И, конечно же, только с верой, надеждой, любовью может быть победа добра над злом. Поздравляю всех вас здравия душевного и телесного и многих лет жизни. С осенью вас! Организаторы попытались воссоздать дух времени и стилистику военных лет за счет строгих платьев, форм офицерского рядового состава, а также причесок, популярных в 40-е годы. На вечере также были представлены бальные танцы 18-19 веков, а также послевоенных 50-х. В программу вечера также вошли песни военных лет.